Здравствуйте, друзья! Я сходила в магазин Фикс Прайс, и вот что мне удалось там приобрести. Вот новинка. Красота от природы. Шампунь. Сбалансированный уход. Укрепление и объем. Пихта кавказская. Содержит эфирное масло пихты. Для нормальных и склонных к жирности волос. Интенсивно увлажняет и укрепляет волосы. Придает объем и блеск. Сохраняет естественный баланс кожи, головы. Здесь этого шампуня 400 мл. Производство отечественное. Укрепляет волосы. Если луковицы ослаблены, то этот шампунь их укрепляет. Регулирует выделение сальных желез на коже головы. И сохраняет объем после применения. То есть отличная вещь это. Этот шампунь отличный. Вот приобрела такую пасту. Отбеливание плюс. Это биоактивная зубная паста. Безопасное отбеливание и защита эмали. Splat Professional. Со специальной формулой. Special White System. Здесь этой пасты 40 миллилитров. Вот здесь написано о ее свойствах, что ионы калия эффективно снижают повышенную зубную чувствительность. Теофосфат натрия в сочетании с высокоактивным компонентом полидон расщепляет зубной камень. И инновационная система Special White System безопасно отбеливает и полирует эмаль до блеска. Вот здесь вот на коробочке написано, что клинически доказано, что кровоостанавливающая эффективность 52%, отбеливающая эффективность 1,5 тона и реминерализирующий эффект 40% за 4 недели применения. Не знаю, если я встречу, я еще себе приобрету такую пасту. Производство отечественное. Сейчас мы откроем коробочку и посмотрим на пасту. Вот такой небольшой тюбик. Сейчас откроем. Тут колпачок очень удобный. Он вот так вот открывается. Не надо ничего откручивать. Посмотрим, какая паста. Пасту нужно открутить. И вот здесь вот у нее закрыта она фольгой. Вот фольгу я открыла. Паста белая. Я попробовала. Очень приятная. Думаю, что она будет работать очень эффективно. И больше всего мне нравится вот этот колпачок, который откидывается. Продолжим. Вот я приобрела себе из серии «Русское поле» жидкое мыло нежное с алоэ. Здесь его 750 мл. Производство отечественное. Годен до 01.08.2018 года. Ну, со всеми свойствами алоэ. Смотрите, мыло густое и тоже с перламутровым отливом. Такие же, как все вот эти, вся продукция из серии «Русское поле». Алоэ – известное растение, замечательное, и все свойства присущи и этому мылу. Вот хочу показать вам. Вот такие вот нарядные тряпочки я купила для уборки. Тут их две штуки. 40 на 40 сантиметров. С такими, ну, традиционно русскими рисунками. Одна тряпочка и просто красная другая. Можно ее стирать при 30 градусах, нельзя гладить, не подвергается химической обработке. И можно стирать в стиральной машине. Срок годности не ограничен. Состав: полиэстер 80% и полиамид 20%. Сделано в Китае. Нарядные тряпочки для уборки. Приобрела себе вот такое вот полотенце вафельное 40 на 70. Вот с таким орнаментом
на атласной ленте. Вот оно. Это чистое ХБ, 100%. Изготовлено в Китае. Тоже стирать при 30 градусах в стиральной машине и можно гладить. Вот такое вот нарядное полотенце вафельное. Вот из новинок, которые поступили в Фикс Прайс, появился вот такой вот порошок-отбеливатель, кислородный отбеливатель Персоль Экстра Окси Пауэр Фреш. Это поверхностный кислород, без хлора, удаляет пятна кофе, чая, вина, ягод и фруктов. Не вреден для кожи рук, если используется для ручной стирки. Используется при замачивании и при стирке в машинах-автоматах. Здесь этого порошка в пакетике 200 граммов. Ну, тут написано, что на 2 килограмма нужно использовать столовую ложку этого порошка. Порошок отличный. Я уже в интернете на сайте Fix Price читала отзывы. Люди пишут, что замечательный. Вот 3 штуки на 50 рублей. Вот такая новинка в Fix Price. Теперь хочу показать вам вот такой совок. Вот здесь вот у него силиконовая насадка из белого силикона сделана, которая помогает здорово собирать мусор. Ни одна соринка не остается. Сделан он из полиэстера. Это Китай. Совок Фьюджи называется. Срок службы и срок применения не ограничен. Очень удобный и отличный совок. Приобрела себе вот такие папки. Вот, посмотрите. Тут написано «Бокс нот». Папка для документов из 4 отделений. Сейчас я вам покажу. Я купила себе 2 таких папки. Вот, смотрите, тут можно поставить номер папки. Вот тут вот оно состоит из 4 отделений, язычки. Вот 1, 2, 3, 4, чтобы сделать надписи. Вот так вот она раскрывается, это в профиль. Вот ее содержание внутри. 4 отделения. И сюда можно, в общем, аккуратно сложить свои документы. И вот кнопочки. Она закрывается на кнопочки. Материал полиэстер. Сделано в Китае. Я вот себе купила 2 штуки таких, чтобы аккуратно хранить свои документы. Приобрела себе вот за 25 рублей такой рулон скотча. Тоже очень всегда нужен в хозяйстве такой скотч. Из продуктов питания я уже не первый раз беру себе вот этот мед. Натуральный. И понемножку его можно использовать в дорогу, взять с собой. Отличный мед. Натуральный, цветочный. Каждая ячейка 20 граммов. Здесь их 9 штук. И нарисован вон мишка на заборе. Приобрела себе вот такую пленку пищевую. Буду использовать своих при изготовлении кулинарных блюд. Там у меня есть задуманные рецепты, она мне очень понадобится. Еще из продуктов питания купила себе свой любимый сок. Яблоко и персик с мякотью. 100% сок без добавления сахара. 1 литр. Поздравляю всех женщин с праздником 8 марта. Желаю всем всего самого доброго. Здоровья, счастья и успехов. Благодарю вас всех за внимание. Всего вам самого доброго. До скорых встреч!